Сегодня 9 мая 2045 года. Столетие Победы. Гражданин, у вас кефира не найдется? Ура! Закрой окно и сними это жуткое пальто! Мое терпение лопнуло. Пересядешь ты, наконец, или нет? Ты меня, наверное, считаешь неадекватным. Было мне 25 лет. Сейчас мне... Господи, я уже... Рыбонька сойдет с ума, если увидит, насколько я юн.